Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас тут парочка турнирчиков всяких есть. Ну, мне вот интересные турниры обычно там, где нам дают приз, либо кого-то разблокируют, либо кого-то дарят. Ну, тут у нас Анкилыч есть, да, и он разблокируется, нам его, короче, подарят. Ну, что, давайте пока туда пойдем, почему бы и нет. У нас тут условие один птерозавр, и брать можно кого угодно, да. Ну, давайте разомнемся, так сказать. О. Я, кстати, играю уже на новом компьютере. Так и собрал уже, ребятки. Может, как-нибудь соберусь с мыслями и сделаю видео по сборке компа вот этого. Я уже на Ryzen 1700. Старенький, правда, но он у меня лежит уже год. Все никак не мог собрать. Но теперь я его собрал. Можно пойти двумя? Да, можно пойти. В общем-то, так что... Материночка у меня на 370-м чипсете MSI Gaming Pro Carbon, по-моему, так называется. 16 гигабайт DDR-4 3000 с 15-ми таймингами. Ну, жестяков 2 миллиона со старой системы переехала. Ну и SSD-шник, какой у меня там, Crucial, по-моему, MX500 или MX300 у меня. Не, MX300, по-моему. На 500 гигабайт у меня. Короче, ну вот что-то типа такого. Кулер пока стандартный стоит. Я тут ничего особо не разгонялся. Корпус прикольный. Корпус, у него такая передняя стеночка вот с эффектом бесконечности, который я купил 2 года назад, ребята. Этот корпус у меня 2 года стоял. 2 года стоял, и вот наконец-то я его только собрал. Ну, если... Ну, не есть, я думаю, такие сделаю видео, но когда, не знаю. Как я его собирал, так что там, думаю, все увидите. Ну, как говорится, а кто хочет посмотреть такой видос про сборочку, ставьте лайки и пишите комментарии под этим видео. Так, а у нас тут типа птерычами, да, надо воевать. Ну, давайте будем воевать птерычами. Так. Ну, погнали. У нас такой расслабон. Птичками повоюем, птичками. Так, 2 балла от Шунозавра. 60 кадров стабильно. Ну, видеокарта у меня старая, тоже GTX 1070. Осталось. И блок питания, какой у меня фрактал дизайн на 750 ватт. Ну, вроде все. Вроде уже все назвал. Ничего не забыл. Все, что у меня тут было когда-либо. Готово так. Ну, что-то легкий бой, я думал, противники будут расти, там был стегич такой, типа, высокого уровня вначале. Обнадеживало это дело меня, но оказывается нет. Это у вас такая себе легкотня получилась. Легкотня, да? А, давайте тремя легендарными пойдем. Должны справиться. Это у нас примерно равная сила удара получилась, да? Ну, отлично. Антарктопель-то у нас тут. Атака на 2. Я уже, в принципе, могу его вынести, да? Ну, давайте еще насобираем баллов, чтобы побольше было. Потому что стегнич там будет бить больно следующий, да? Ну вот, вот он. Я так и знал, что он это сделает. Да, 3. 2 не хватало мне. 3 пришлось бить, но ничего. Зато я выманю все баллы практически у Сигнича. 440 у него атака, не кисло. Давай вот так.
Отгадил. Не, пробиваю. Отлично. Идеально даже получилось. Ничего лишнего не потратил. И 5 баллов от Кентрича, атака на 4, ну это... А, так это до сих пор Птеранодон, ё-моё. Я, да, думал, что пока я тут думал, у меня уже Птерича съели, а я Диморфодончиком воюю. Но нет. Изи-катка. Изи-катка. Так, что-то мне кажется, у меня разрешение какое-то нестандартное. Ну, давайте посмотрим. 720, ё-моё, ну ладно. Ладно. Ну, что поделаешь. Думаю, не сильно бросается в глаза. Ну ты, блин, видите ли, 3 ему надо. Давайте экзотику возьмем. 3 экзотических. Так, за 2. О, это тут один тап из колозавра, наверное, их завалит. Крепкий парень. Ну да, кстати. У нас же гены. Анкилозавра там, да? Или скалозавра? Я уже и забыл. Скала... Может, и скалозавра. Чьи там у него гены? Тапи скалозавр, точно, скалозавр. Ой, извини, друг, я тебя случайно уничтожил. Так, а Маргозавр, и у нас уже в Jurassic World Live появился его родич. У которого шипы в другую сторону торчат. Не помню, как его там зовут. Так, ну у нас такой битва Давида и Голиафа. И опять обрезана эта картинка. Обидно. Так, ну и вот получена награда. Анкилозавр. А на этом все, ребятки. Всем пока.